Доброго вечера всем моим друзьям. Завершаем понедельник. Забор поставлен. Сколько мы со Светой планировали, столько сделали. В конце третьего дня. Ну, задержка была только в наличии материала строительного. Спасибо друзьям, выручили в очередной раз. Время 6:30. 27 градусов. Датчик температуры показывает. Май такой, конец мая такой ударно теплый, мягко говоря. Жарковато было работать, но просто парило. Вертикально ставить, это надо шаблон какой-то, это надо вертикаль все время соблюдать, плюс все равно он рассыхается и щели будут по вертикали. Здесь хотя бы они под нагрузкой доски, и со временем там дожди и так далее примут форму друг друга, как бы, мне так кажется. Нагружена нижняя доска и так далее будет. Ну, причем плохие доски тут легко менять. Опорные раскрутил, допустим, я внизу связываю, чтобы горизонт удерживала доска. Нижняя какую-то надо поменять, достал, да и все. Перебрал, вытащил, вложил. Сборка сама, вы видели на видео. Сложности никаких не представляет. Главное выставить ровно 6 столбов, между ними будет 5 секций. Вот мы на Гродненской трассе. Красивые места. Ревущий.
25 градусов, 18-30. Жарко. Василия проезжает. Вот эти домики справа трехэтажные, буквально лет 5 назад тут крыши перекрывали, все это переделывали. Вытяжки, дымоходы. Красиво сделали.